Ух ты, и снова я, Александр Криволапович. Ребята, сегодня 22 марта 2020 года. Наш морозник. Цветет наш морозник. И снежок накрывает его. Морозник. Белый-белый морозник. Цветет, ребятка, смотри. Цветет морозник. И идет снег. У нас идет снежок. На сегодня передавали снег. На 22 марта 2020 года. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, Печенеги. Пока-пока, ребята.